Всем привет, дорогие друзья, дорогие партнеры. Смотрела сейчас вместе с вами «Открытие России», вспоминала, как это было и как с нами был мистер Пак. Вижу очень много уже на сцене родных, знакомых лиц, в том числе вот Дина с Риной из Каировой, да, друзья. Вот когда себя ощущаешь частичкой такого масштабного события, и сегодня оно уже вышло в историю, да, честно говоря, у меня ком в горле. Я смотреть спокойно на все это не могу, потому что была участником этого события. И действительно, это очень грандиозно. На наших с вами глазах идет завоевание компании Atome очень большой части планеты. И мы с вами все вместе. Это здорово. И когда мы сегодня говорим «правда или вымысел» без вложений в бизнес с Atome, мы говорим об этом, действительно искренне этому радуясь от души, что мы никогда никому не врем, и это действительно реальный бизнес без вложений. А как это происходит, мы сегодня с вами рассмотрим. Представлюсь. Меня зовут Раиса Селютина. Я из города Майкопа. Я приветствую всех, кто связал свою судьбу с компанией Atome. В нашем чате партнеры абсолютно из разных стран. И, конечно, очень приятно, дружно, вместе участвовать и в открытии очень многих стран. Поэтому я всем желаю побывать хоть на одном таком событии, чтобы вы прочувствовали и поняли, насколько это мощно и здорово. Так, да, запись есть. Переживаю прямо аж вот взбудоражилась. Но сегодня мы, конечно, обязательно рассмотрим информацию с учетом того, что уже прошло недавно, буквально 27 числа у нас было совещание автомастеров, мастеров продаж со всего мира, то есть автопродаж. Более 7 тысяч человек присутствовало на этом глобальном онлайн-совещании. Очень много интересных новостей. Я сегодня немножко с вами тоже поделюсь обязательно. И поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сегодня вообще впервые на нашей встрече. И я приветствую всех вас, друзья. Давайте строить дружно вместе международный бизнес. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто здесь находится впервые, чтобы я понимала, как много у нас новичков. Угу. Да, ну вот, я приветствую вас, и я очень рада, что вы здесь. Абсолютно не сомневайтесь, действительно здесь и абсолютное качество, и абсолютная цена, и абсолютный бизнес, который с удовольствием и приятно строить. Итак, в этой презентации мы рассмотрим с вами информацию, как я уже сказала, об очень интересном прибыльном бизнесе, в котором нет абсолютно никаких рисков, в котором нет никаких особенных каких-то навыков для того, чтобы заниматься этим бизнесом. И когда мы говорим об этом бизнесе, я всегда радуюсь, что у нас с вами есть возможность построить этот успешный бизнес, который будет работать на вас всю жизнь, и на ваших детей, и на ваших внуков, потому что это и семейный бизнес, и бизнес, который передается по наследству. И в чем его уникальность, мы узнаем, конечно, сегодня обо всех его преимуществах. И еще поставьте, пожалуйста, пятерочки, как слышно меня и видно ли мои слайды, чтобы понимать. Компания Atome, угу, благодарю, Дина, благодарю. Компания Atome – это в Корее бренд, это интернет-молл из Южной Кореи. Благодарю всех за обратную связь. Компания сегодня имеет видение, огромное видение развития компании на годы вперед. Она сегодня на мощном этапе развития. Мы сегодня с вами участники этого процесса. Я вот, знаете, даже корректировала сегодня слайды и поймала себя на мысли, как все быстро меняется, насколько быстро к нам присоединяется очень много стран. Буквально вот за какие-то два года, три года, да, у нас столько изменений. Поэтому, конечно,
возглавляет эту компанию очень интересный человек, который имеет видение развития компании, как я уже сказала, на годы вперед. Это мистер Пак Хангель. Кто слайды не видит, перезайдите, пожалуйста. То, что сегодня компания финансово стабильная, осуществляет на наших с вами глазах мировую экспансию, мы это видим. Мы видим, сколько стран сегодня уже вливается в атамианскую семью. И, конечно, мы с вами пришли в очень важный и очень такой судьбоносный период развития компании. Очень важно понимать, что компания финансово стабильна, компания имеет высокий кредитный рейтинг в мире и, конечно, огромные перспективы, которые нас очень радуют, и мы тоже участники этого всего процесса. Мистер Пак Хангель является основателем компании Atome, он видит свою миссию в том, чтобы помочь подняться в жизни именно бедным и необеспеченным людям. Любой человек может добиться успеха, говорит мистер Пак, если есть на то причина, желание и инструмент для успеха. У нас с вами инструмент для успеха – это компания Atome. Компания Atome, которая работает и именно как раз нацелена на успех каждого из нас. А мистер Пак работал в свое время в найме и познакомился с сетевым бизнесом. Он оценил концепцию сетевого бизнеса, продвижение товара путем рекомендаций. И, конечно, когда идет процесс рекомендации товара от человека к человеку, это продвижение, вот именно это он как раз и использовал при открытии в Корее еще своего в свое время интернет-магазина. На тот момент он, конечно, опередил свое время. Он разорился, открыв этот интернет-магазин, потому что на тот момент это еще не было так массово востребовано. И он разорился. На фоне банкротства возникли проблемы со здоровьем. И вот именно благодаря нашему продукту, вы видели в самом начале, я не зря показала этот продукт, Хемохим, и историю его создания, он вылечился, мистер Пак. И как раз на фоне всего этого у него возникла идея поиска компании, которая бы начала продвигать этот полезный продукт. И он в своем фильме об этом, в своей истории как раз рассказывает, как это происходило, как он работал с заводом Колмар, да, как увеличивались поставки, как увеличивалось производство, объемы. Хемохим – пищевая добавка, которая работает на весь организм, поднимая иммунитет, и таким образом восстанавливает его. Вот именно в результате этих поисков как раз и возникло, в результате этого его видения, его поисков, возникло продвижение нужного всем товара от производителя к потребителю, и как раз появилась, благодаря всему этому, компания Atome. Что же такое компания Atome? Почему у нас все в бело-голубом свете? Это тоже говорит о том, насколько компания символизирует ориентированный на людей предпринимательский дух Atome. Это голубой цвет, это надежда на будущее, а белый цвет – это образ чистого продукта, который символизирует чистоту и честность и содержит прозрачный и честный дух компании Atome. Это о многом говорит, поэтому тем новичкам, которые пришли в компанию, я сегодня рекомендую вот это понять, принять и быть уверенным в этих словах. Компания Atome из Южной Кореи, родом из Южной Кореи. Корея – это самая инновационная экономика мира. И мы с вами знаем, что именно как раз здравоохранение корейское, да, и входит в топ-5 здравоохранений в мире. Мы знаем, что сегодня именно последние разработки используются в производстве косметики Atome благодаря как раз инновационным технологиям этой страны. Но я хочу сказать еще и о том, что у нас компания, которая вот семимильными шагами идет вперед, использует все последние разработки, которые происходят, да, в мире. Компания недавно заключила стратегический альянс с лучшей в мире компанией, которая занимается глобальными визуальными эффектами. И вот здесь как раз слайды, на слайдах картинки, это выдержки из фильма, в котором участвовал мистер Пак. Съемки велись, естественно, в студии. А если мы смотрим фильм, то настолько это все реально,
он покоряет горы. Благодаря этому вот как раз Атоми представляет миру новый стандарт прямых продаж. И мы с вами тоже участники этого процесса. Очень важный момент для развития нашего бизнеса, для того, чтобы мы понимали, что компания, опять же, делает для нас очень много инструментов для развития и продвижения в интернете в том числе, да, для продвижения вашего бизнеса, каждого из нас. Компания сегодня как раз создает, уже создана практически платформа для развития личного бренда, это интернет-магазин и наша социальная сеть. Всемирный старт этой платформы, платформа PPO, да, будет стартовать в марте 2022 года. Об этом было сказано на совещании автомастеров. Тестирование начнется в Корее, но тестирование уже начато, а именно массово она начнет работать в Корее с сентября 2021 этого, то есть этого года. Поэтому рекомендую приводить в порядок, может быть, какие-то свои социальные сети и уже на них обкатывать свою историю, да, это ваш личный будет шопинг-молл, вы должны будете рассказать, кто вы, что вы, будет такой вот блог на вот базе этой платформы. И если вы начнете рекламировать эту платформу, даже вот такой момент было сказано нам как раз на совещании, что если вы начинаете рекламировать эту платформу, и кто-то оно, как, к примеру, как, допустим, страничка на Facebook, да, кто-то зашел, увидел вашу информацию об Атоми, увидел вашу информацию о продукте, и вот если человек купит с этой платформы ту или иную продукцию, то это будет уже ваш объем, это будут ваши PV, которые даже вы будете на то, уже их распределять в правую или левую ветку, это будут члены вашей платформы. То есть, понимаете, допустим, грубо говоря, в Инстаграме сегодня подписался на вас человек, вот так и на платформе. И это будет уже ваш человек, который будет покупать продукцию Атоми, и он будет, и вы будете сами решать, куда отправить поинты, которые заработаны на какой-то продаже, да, от какого-то человека. Вот такой интересный тоже продукт для нас с вами как инструмент создан. Еще очень интересная информация была как раз вот здесь, вот если ниже вы немножко тут, я сейчас вот это ILC, это опять же тоже такой инструмент, который будет вам позволять разрабатывать сценарий вашей жизни, заполнять его, изменять и следить за всем этим через мобильный телефон. То есть вы можете там сфотографировать свой дом, который вы хотите, машину вашей мечты и так далее. То есть все, что связано со сценарием вашей жизни. Вот это тоже очень интересный такой инструмент. Поэтому, когда мы об этом говорим, мы должны понимать, что для нас с вами очень много делает компания и совершенно бесплатно мы за это платить не будем. То есть мы будем владельцами персональной платформы. Платформа о вашей жизни, о том, чем вы занимаетесь. Она, и, кстати, было сказано, что она совсем не сложная. Вот, и сегодня как раз она уже тестируется, да, как я уже сказала. Ну и открытие, как я уже тоже выше сказала, будет ждать нас уже буквально вот-вот. Очень интересный такой еще, вот здесь вот, если, ну, как бы плохо видно, да, еще один такой инструмент, Atomy Stream. Atomy Stream – это программа, с помощью которой вы можете видеть ролики от компании Atomy. То есть сегодня, вот сейчас на следующем слайде покажу, то есть сегодня вот, Atomy Stream, да, из-за пандемии офлайн-туры в Корею отменены с марта 2020 года. И создан вот такой онлайн-тур Atomy, будет он на разных языках, и со 2 августа могут участвовать уже в нем все партнеры. То есть тур будет проходить несколько этапов, и даже по окончании нам всем будут выданы сертификаты. Как нам было сказано, рекомендуем смотреть все ролики на одном языке. Ну, на русском там, по-моему, еще не озвучили, что они будут, но английский, да, несколько языков. Вот. И мы, так как мы не можем приехать сегодня в Корею, но компания очень хочет, что она, чтобы мы знакомились с Atomy парком, и чтобы как можно больше людей побывала в Atomy парке,
парке и в онлайн-режиме. Вот такое тоже интересное событие нас ожидает. И добро пожаловать, используйте этот инструмент, опять же, для своих партнеров и будущих потенциальных партнеров. Философия компании. Философия компании – абсолютное качество, абсолютная цена. Что же это означает? Это означает, что продажа продукции в компании осуществляется для массового покупателя по ценам. Продукция премиальна по доступным ценам. Компания создает продукцию для всей семьи на основе проверенных натуральных компонентов. А в линейке очень много различной продукции, которая нам позволяет ее использовать в своей жизни для здоровья, красоты и домашнего быта. Компания Atomy основана в сентябре 2009 года. И когда мы говорим о компании Atomy, мы должны тоже понимать, насколько мощные и очень серьезные у нее партнеры. То есть это говорит, опять же, это гаранты, это монстры корейской экономики, в том числе Институт НИИ атомной энергии Республики Корея, это КЭРИ. Он является центром изучения радиационных технологий. И Colmar B&H, это как раз Colmar B&H, это предприятие, которое специализируется на массовом производстве продукции, разработанной в стенах НИИ вот этого атомной энергии. Да. Компания Colmar является ведущим производителем элитной косметики и фармпрепаратов в Республике Корея. То есть очень много различных брендов производится именно как раз на этом заводе. Для компании Atomy Colmar выпускает более 100 наименований продукции. А Кэри работает с 1959 года и изучает как раз воздействие радиации на человека. А этот институт, еще очень важен момент, поддерживается государством. Именно в этом институте в рамках национального проекта была создана уникальная добавка, которая называется Химохим. Да, нам он всем уже известный. И вот именно этот как раз институт является создателем, и он создан был для защиты сотрудников этого НИИ от радиации. Что такое Atomy? Atomy – это глобальный интернет-магазин клубного типа. Когда мы сегодня говорим о том, что правда это или вымысел, работа без вложений, мне бы хотелось спросить, наверное, все мы ходим в магазины, правильно? Согласитесь. И вот бизнес без рисков и без вложений. Как вы считаете, если вы ходите в магазин, допустим, который у вас рядом с домом, или там, не знаю, Магнит, или Пятерочка, или еще что-то, является ли это ваша покупка вот, ну, в магазине у дома вложением в бизнес? Будьте добры, напишите мне, поставьте, пожалуйста, да или нет. Вот очень важный момент. То есть вы ходите, поддерживаете чужой бизнес. Это вложение в ваш бизнес или нет? Или вы просто отдаете деньги какому-то дяде? Да, вот именно, нет. Да, правильно. А вот Atomy, почему, когда многие говорят и сомневаются, что и говорят, что вот, но вложения же нужны, мне же надо шампунь купить, простите меня. Вы ходите в магазины у дома, вы не являетесь участниками этого бизнеса, вы просто отдаете деньги. А Atomy – глобальный интернет-магазин клубного типа. Клубного типа только лишь потому, что вы даете человеку информацию, после вашей информации человек зарегистрировался, один номер, и в итоге этот человек будет в вашей сети потребителей вашего интернет-магазина. И вы уже участник огромного международного бизнеса, вы участвуете в бизнес-процессе, купив себе, допустим, там на 1500 рублей, 10 тысяч поинтов вы имеете, и вы уже в бизнесе. Это просто нужно доносить людям, потому что многие не понимают, что вообще такое в принципе реально. Мы часто говорим, что рядом в Пятерочке есть прекрасный какой-то там продукт. Вот мы сказали человеку, он пошел купил, но Пятерочка нам за это не платит. А за любую покупку человека, которому мы порекомендовали глобальный интернет-магазин, компания Atomy нам платит. Платит при наличии определенного группового товарооборота. Это очень здорово, и это очень, и самое главное, вот именно нет рисков, нет вложений. И очень важно это понимать.
Очень важно понимать, что компания, в которой мы работаем, сегодня легально работает на территории Российской Федерации, и не только Российской Федерации, она работает на территории любой страны абсолютно легально. Поэтому, когда мы говорим о бизнесе с Atomy, и мы понимаем, что это все в белую, что это легально, лично мне, вот как, наверное, бывшему налоговику, да, мне это приятно. Я недавно, вот я как-то говорила, на одной из наших встреч была в налоговой, я давала всем визитки и с удовольствием говорила об этом бизнесе. Вот, поэтому здесь действительно приятно об этом говорить, потому что мы понимаем, насколько это все серьезно. Уставный капитал компании в Российской Федерации, в частности, 60 миллионов рублей, это очень здорово. То есть такой, вот такой уставный капитал, но я могу сказать, что видела очень мало в бытность, работая, являясь сотрудником налоговой инспекции. Обычно 10 тысяч уставных капитал и все, а все остальное в офшоры. Здесь же все наоборот. Офлайн и онлайн бизнес Atomy. Ну, сравнивать здесь сегодня даже уже, наверное, для многих и не приходится, потому что мы понимаем офлайн-магазин, насколько здесь большие риски, затраты. И сегодня очень много офлайн-магазинов я вижу, по городу хожу, да, и везде ездишь, когда видишь, что аренда, аренда, аренда. Люди не выживают. Люди абсолютно за копейки стоят целыми днями для того, чтобы хоть что-то заработать, перепродать и так далее. Или еще произвести какую-то сельскохозяйственную продукцию. Это очень сложно, это большие риски сил, средств и затрат. А онлайн-магазин, который нам дает компания Atomy, у нас нет никакого абсолютно риска, мы находимся дома, у нас нет никаких каких-то таких фискальных проверок, да. Вот, а насколько сегодня еще просто заниматься, если ты самозанятый, вот, не подавая никакие отчеты в налоговые в том числе. Поэтому, конечно, риска нет. Бизнес, который нам дает Atomy, это действительно бизнес без риска и без вложений и очень... Ну, такой шоколадный бизнес, я бы сказала, потому что мы свободны, мы не... в компании Atomy, как недавно я вот тоже смотрела, мы пришли в Atomy, чтобы стать свободными. Это вот сказала одна из партнеров там одной ветки, да, она у меня была здесь как раз в офисе. Я говорю, Татьяна, классная такая фраза. Вот, мы пришли в Atomy, чтобы быть свободными. Продукция Atomy распространяется по принципу SEO-маркетинга, да, и самое главное, что мы должны понимать, что через наши сети, через наши с вами магазины продукция идет от производителя к потребителю без каких-то наценок, без каких-то дополнительных затрат, да, то есть это очень важно, цены в Atomy фиксированные, и, то есть одна цена для всех. Поэтому мы знаем, что электронная коммерция сегодня, как раз особенно в условиях пандемии, развивается очень мощно, торговля уходит в интернет, ну и компания как раз у нас тоже участвует в этом процессе. Именно компания выбрала для себя торговлю и продвижение товаров через интернет, мы участники этого процесса. Мы знаем, что в компании нет никаких дополнительных расходов, в том числе там на рекламу и эргономичная упаковка, нет пробников. И вот как раз по поводу рекламы я немножко сейчас вам дальше скажу. Это тоже была новость для нас на совещании для сейлс-мастеров. Очень интересная такая новость, которую мы тоже с вами можем участвовать, использовать в нашем рабочем процессе. А стратегической основой компании, основой экономики Atomy является мастиш-философия. Что это такое? Это массовость и престиж, то есть массовое употребление престижной качественной продукции, а суть заключается в обеспечении товарами абсолютного качества по абсолютным ценам. Это очень важно, потому что знаю, что доступность вот такого продукта премиум-класса, который тщательно отбирается компанией, он и еще и увеличивается объем. Вот на примере Химахима мистер Пак рассказывает, да. Вот, многие из нас до прихода в Atomy даже не знали о существовании такой продукции, потому что даже вот опять же на совещании нам было сказано, что очень много интересных продуктов уже внедрено в июле, в августе еще ожидается. В июле уже были продукты новые, да, на сайте в Корее. Сегодня в августе мы еще ожидаем. Поэтому мы не успеваем даже за новинками, за этими следить, потому что настолько мощно развивается компания, беспокоясь о нашем здоровье в том числе.
И, конечно, ассортимент достаточно широк, все, что нужно практически в каждой семье. И когда мы говорим о продукции для здоровья, и очень важный продукт для здоровья, это, конечно же, Химахим, я сейчас вот немножко скажу о нем, да, но ассортимент товаров очень большой, используется, конечно же, в каждой семье, поэтому этот широкий спектр очень важен в продвижении как раз и нашего бизнеса. Когда ты начинаешь пользоваться этой продукцией, то другую уже просто не хочется даже рассматривать. Идти в соседний магазин, честно говорю, не хочется. А вот на этом слайде мы, пройдясь кратко по ассортименту продукции, детально вы можете изучать это все на нашем сайте. Он у нас очень наполненный, очень информативный, очень удобный. Поэтому займитесь, первое, что вы сделали, вот новичкам говорю, после регистрации вы обязательно начните с того, что изучите свой магазин, свой сайт, разберитесь, где у вас бухгалтерия, где у вас информация о продукции, где у вас канал наш Атоми, на котором очень много информации для бизнеса. И кратко, пройдясь по этой продукции, вы поймете, насколько широкий спектр того, что нужно в каждой семье присутствовать на нашем сайте. Химахим является биологически активной добавкой. Вот он, наш Химахим. И именно он был разработан как раз в неатомной энергии в Корее на основе традиционной экономики корейской медицины и современных биотехнологий. На его разработку в рамках национального проекта было затрачено 8 лет и около 5 миллионов долларов. Что он делает? Он активизирует работу НК-клеток. И это иммунные наши клетки. Очень важный момент. Сегодня я сейчас как раз тоже об этом скажу, что в Корее началась очень большая рекламная кампания вот нашего Химахима. Поэтому, когда мы говорим о продукции для здоровья, мы должны понимать, какое, можно сказать, я бы сказала, наверное, золото у нас в руках для нас, для нашего здоровья. И здесь же мы на нашем сайте видим, он красный женьшень, корейский красный женьшень, который является хитом продаж в Корее, именно он является лидером продаж, и за ним Химахим в Корее именно. Вот здесь же наша любимая спирулина, здесь же наша омега, пробиотики, витамин С. Это все то, что сегодня, особенно вот в период пандемии, нужно каждой нашей клеточке нашего организма. И вот как раз то, о чем нам говорилось на совещании, что в Корее начата реклама Химахима, готовится реклама на телевидении. Вот здесь вы видите, даже вот здесь написаны, какие каналы. Вот, вот он, билборд. По дорогам в Корее он как раз вот это все есть. Да, с 7 по 14 августа нам было сказано, что начинается именно такая мощная реклама Химахима именно в условиях пандемии. Даже популярные драмы во время выпуска новостей, это все тоже будет включаться в Корее на всех каналах. То есть на различные передачи, с новостными каналами. То есть люди увидят рекламу. Поэтому вы должны понимать, что те люди, которые верят телевизору, те люди, которые, может быть, где-то сомневаются в ваших словах, мы будем использовать этот инструмент уже, реклама в Корее, именно как раз тоже мы будем это использовать, потому что у людей больше доверия, в частности, да, ко всему этому. Вот, и мы можем делиться тем, что сегодня Химахим – это мощная поддержка для иммунитета. И еще, кстати, в Корее создан новый, забыла, честно говоря, как называется, фильм. То есть создан фильм как раз о Химахиме. Нас просили, чтобы мы не делали даже вырезки вот из этого фильма. И было сказано, что как инструмент нам будет тоже создан такой короткий ролик для того, чтобы мы могли использовать в рекламе Химахима уже на своих платформах, а в дальнейшем в том числе на персональной платформе. Поэтому это очень здорово, вот такая хорошая новость. Именно больше будет это доверие, да, у людей к Химахиму, той информации, которую мы с вами даем. Косметика – это одно из направлений развития компании Atomy. Atomy Absolute Cell Active – это самый главный такой хит продаж тоже во всем мире. Это инновационный продукт для женщин. И
Вот этот продукт, который является профессиональным вечерним уходом, это тоже шикарно разработанная серия. Это уход за кожей, профессиональный уход в домашних условиях. Поэтому рекомендую, опять же, посмотреть, изучить, почитать. И самое главное, начать пробовать. Когда вы получите свое мнение об этой продукции, вы, конечно, будете понимать вообще, о чем говорит там не Селютина или еще кто-то, а вы будете понимать, что вы сами попробовали, что вам самим понравилось, и тогда, конечно же, вы не будете молчать. Это для тех, кто говорит, я не умею приглашать. Здесь не нужно приглашать, здесь нужно продать самому себе. И тогда это будет абсолютно легко сходить в свой магазин и поделиться информацией об этом магазине. Можете не говорить про бизнес, не пугайте людей. Кому нужен бизнес, вы уже будете видеть, кому можно о бизнесе сказать, а кому можно сказать просто об интернет-магазине. А потом люди сами разберутся, они увидят, насколько действительно классная продукция. У меня много таких примеров, которые пришли как потребители, а сегодня они заказывают все больше и больше, и у них появляются уже в сети потребители, их люди, которым они просто сказали, не имея каких-то навыков и особых приглашалок, как говорится. Личная гигиена вот, представлена в том числе вот, набором Абсолют для ухода. Это профессиональный уход за волосами, полноценный уход. И те, у кого проблемы и с перхотью, и со структурой волос, просто рекомендую иметь этот набор, потому что уже тоже испытано. И поэтому я говорю, испробуйте на себе, будете понимать, о чем вообще речь. Зубная паста, зубные щетки – это все то, что нужно в каждой семье, поэтому здесь легко делиться, легко кому-то что-то подарить. И, конечно же, вас потом спрашивают, а где взял. Продукты питания у нас на сайте представлены четырьмя видами кофе, лапшой, морской капустой, картофельный рамен, вот лапша, да, быстрого приготовления. И, ну и вообще любой продукт – это чистый продукт, экологически чистый. Поэтому здесь не страшно абсолютно, понимая, что нам таблицу Менделеева здесь не предложат, и что все это готовится в соответствии с самыми высокими стандартами. Безопасность продукции – это знаки. Вот, ну, вот у меня здесь два GMP и HSSP. Эти знаки как раз говорят о том, что в компании установлена надлежащая практика, надлежащее производство, контроль, качество. То есть все, что обеспечивает контроль на всех этапах производства в компании есть. Поэтому, приобретая продукцию от Atomy, те, кто попробует, уже больше не будет и иметь будет полное доверие к этой продукции. Да? Кто только приходит, начинает изучать сертификаты и так далее. Рекомендую, не тратьте на это время. Проверено 100%, продукция шикарная и высочайшее качество и безопасность для вашей семьи данной продукции обеспечена. Когда мы говорим, сегодня очень многие говорят вот, и спрашивают, когда вот в Турции появится побольше продукции, да, когда там еще в Англии появится продукция побольше, у нас открыта Англия, да, а вот у нас открыта Европа сегодня, это очень радует. Но я хочу сказать, что компания открыта в 2009 году в Америке, открыла свой первый филиал, имея всего два продукта, и уже на двух продуктах люди начали зарабатывать. Химахим и набор косметический, который вот сегодня его нет, а у нас Фейн вместо него сегодня. Поэтому я рекомендую немножко потерпеть, потому что в России тоже мы начинали с небольшого количества товаров. Сегодня многие говорят, даже имея в России у нас 100 наименований, плюс-минус, каждый день цифра меняется, но многие говорят, вот когда же у нас будет еще побольше. Будет, друзья. Если вы все попробовали, вот лично я могу сказать, наверное, я все попробовала, а кто-то, наверное, нет. Поэтому рекомендую попробовать все, что есть на российском сайте. У нас есть возможность заказывать в Корее. Пожалуйста, все новинки. Все то, что мы имеем сегодня, всю информацию от компании, мы можем заказать и в Корее. А еще скоро мы можем заказать в Корее и напрямую со своего, в том числе и российского сайта. Европа уже это может делать. И вот здесь я всегда говорю, что начните, работайте, делитесь информацией. То, что сегодня у вас есть, у вас будет всего еще больше. Ассортимент всегда увеличивается. Но не забываем, что это происходит не просто так, что компания не приводит
не привозит продукцию, а не происходит это лишь потому, что нужно определенное время на сертификацию продукции в той или иной стране. Поэтому это обязательно нужно учитывать. Сегодня компания Томми работает более чем в 50 странах мира. В том числе буквально 28 июля у нас открылась Англия, и благодаря Англии 31 европейская страна. Вот такие изменения постоянно происходят у нас в Томми, и то, о чем я говорила, мы участники этого процесса, на глазах это все прям растет, как снежный ком. Начиналась Европа с России сегодня, потом Турция, сейчас Англия. Вот таким образом мы работаем со всем миром, но я хочу сказать, что у нас на глобальном сайте Томми есть еще страны на предверификации. Можно регистрировать людей из этих стран. То, что делали многие люди, которые находились в Турции, те, которые участвовали в процессе построения структур, в том числе в Европе, они в очень короткие сроки выходят уже на первые лидерские статусы. Поэтому рекомендую обратить внимание вот на перечень вот этих стран. Сегодня это многие страны из СНГ бывшего, да, и в том числе и другие страны. Если у вас есть партнеры в этих странах, это очень здорово. Стройте сеть свою потребителей в этих странах. И эти люди при открытии страны обязательно станут большими мастерами и достигнут очень серьезных высот в этом бизнесе. Когда мы говорим о глобальном сайте Томми, я рекомендую тоже, как раз у нас переход на глобальный сайт Томми, да, тоже он есть у нас прямо на нашем российском сайте. В самом низу, Томми Corporation. Нажимайте, переходите сюда и знакомьтесь вот со всеми этими вкладками. И вот как раз здесь у нас происходит регистрация вот этих стран, о которых я сейчас только что вам сказала, да. Вот это все на глобальном сайте Томми. Вся регистрация происходит. А все остальные страны проходят регистрацию уже на английском сайте, в том числе, особенно Европа. Поэтому рекомендую тоже погулять, посмотреть, что же это такое. И компания в каждой стране в рамках стратегии GSGS, компания создает такую глобальную торговую площадку, создала в целом Азамол. И в каждой стране выбирает компания какой-то конкурентный товар. И мы с вами будем играть важную роль, центрами будем являться, терминалами, можно так назвать, важную роль в экспорте и импорте товаров из разных стран. Поэтому сегодня мы знаем, что у нас с вами есть на нашем сайте продукция из Америки, из Японии, из Вьетнама. То есть это очень важно, потому что для нас с вами, для участников Томми, лучшие товары со всего мира. И это очень здорово. Потому что пользоваться лучшим – это приятно. И когда вы, опять же, общаетесь со своими друзьями, знакомыми, я никогда не поверю, что у нас нет в окружении людей, которые не любят качественное, абсолютного качества по доступным ценам продукцию. Да? Все ищут качество, но чтобы цены были пониже. Вот вам, пожалуйста, Азамол. И Азамол как раз тоже сегодня он создан в Корее. Это запуск платформы состоялся. Очень мощно развивается и, конечно, будет в разных странах. Я вот как раз сказала о том, что мы заказываем в Корее, но вот обращаю внимание, что у нас у каждого на вкладке, неважно в какой вы стране находитесь, появилась тоже вот такая вот вкладочка ATG. То есть здесь мы можем заказывать в Корею со своего кабинета. И вот как раз на семинаре для мастеров продаж было сказано, что эта кнопочка работает сегодня, да, для Европы, для некоторых стран она не работает, в том числе для России, но тоже из-за вот этих проблем там с логистикой, с пандемией и так далее, все это отрабатывается. И для нас с вами тоже скоро будет возможность, нажав вот сюда на кнопочку, перейти на корейский сайт, и у нас будет из Кореи и уже персонально каждому отправляться тот продукт, который будет возможен к отправке. Поэтому немножечко терпения. Азамол, шоппинг-мол. Это вот шоппинг-мол как раз. А вот это Азамол. Мы тоже можем перейти на корейский сайт, и там есть ссылка на Азамол, и можете погулять и посмотреть,
что же мы можем в дальнейшем заказывать, именно, да, не в дальнейшем, даже сегодня можем заказывать. Вот. Но для того, чтобы заказывать, пользоваться этой шикарной продукцией высокого качества, нам, естественно, нужно с вами зарабатывать. Поэтому зарабатываем деньги в Атоме. А от Азамол мы тоже будем иметь такой дополнительный ручеек денежный от рекомендаций площадки Азамол. Преимущество маркетинга Атоме. Бесплатная регистрация, нет никаких пакетов, бесплатное обучение, бесплатное пользование сайтом. У нас прекрасное обучение, прекрасное структурное обучение, командное обучение. Обучение от компании Atome на нашем канале Channel Atome. Отсутствуют членские какие-то взносы. Когда мы сегодня много видим очень компаний, в которых люди теряют деньги, мне очень грустно смотреть на это, что люди всегда надеются на какую-то, не знаю, манну небесную или еще что-то. Все надеются, бесплатный сыр, он бывает только в мышеловке, мы это знаем, и попадают в мышеловки. Поэтому доносите эту информацию, что нет, что есть возможность работать без вложений, что есть возможность через свое потребление начать бизнес, и пользоваться качественной продукцией. Здесь схема построения сети потребителей бинар, он не классический бинар, которого все боятся. Разберитесь в нем сами, и вы поймете, насколько он прост и просто, не знаю, заваливает деньгами людей, которые это поняли. Рост структуры бесконечен, не ограничен. Не опускайте руки. Вот мне сегодня многие вот звонили, кто-то звонит, говорит, общаешься. Вот у меня не та скорость, вот у меня там кто-то там у виска крутит и говорит обо мне, что я там чем-то занимаюсь. Ребята, не обращайте внимания, мы все это прошли. Поэтому начать бизнес с компанией Atome можно, купив продукцию на 2-3 тысячи рублей. Не отдавайте в рядом магазин, который у вас там есть рядом, а купите у себя в своем магазине. И вы поймете, насколько шикарная продукция, насколько классно этим пользоваться. Поэтому, когда вы приглашаете, у нас нет здесь понятия лично приглашенный, потому что вы в любом случае, если поделитесь со своим окружением, у вас будет не один, не два человека, а этих людей вы ставите не под себя, а под всех остальных уже по команде. Поэтому вот эти преимущества просто неоспоримы. И их, конечно же, надо приводить людям, которые сомневаются, которые бегают по различным пирамидам и хайпам. Донесите эту информацию до людей. Очень много людей теряет денег и заемных средств. Просто наблюдаешь в интернете за всем этим и думаешь, господи, когда же люди одумаются, когда они перестанут носить свои даже вот эти кредитные деньги в какие-то пирамиды. Поэтому... Ребята, в Атоме две формы участия. Покупатель вы или дистрибьютор – это ваше личное дело. Когда мы говорим об этом, мы должны понимать, что вокруг нас, как я уже сказала, много людей, которые отказываются, которые не верят, которые говорят, что я сторонник какого-то там реального сектора экономики. А вы неустанно делаете и продолжаете. Давайте им какую-то информацию, сделайте какой-то подарок. И просто человек, таких много примеров, потому что просто люди, которые успешны сегодня в Атоме, которые никогда не рассматривали для себя возможность заработка в сетевом, они придут к вам, потому что они не хотят, они пришли к вам, они никогда не хотели участвовать в MLM-бизнесе, они говорили, это не мое, а сегодня они говорят, это мое, я люблю этот бизнес, я горю этим бизнесом. Это правильный бизнес из всего, что видели многие из нас. Поверьте, я тоже работала 4 года, 5 лет перед тем, как нашла Атоме. Благодарю Галю Султанову за то, что она меня пригласила. Я буду всегда об этом говорить. Вот я хочу сказать, что очень был опыт, и негативный был опыт, да, и потери каких-то средств, да, какие-то вложения, какие-то там, не знаю, бинары, матрицы, золотые треугольники, чего только не было, и криптовалюта, и все остальное. Но... То, что сегодня дает для нас Атоме, это абсолютно действительно правильный бизнес. И то, что мы видели, это ни в какое сравнение не проходит. Да? И как раз, когда начинаешь работать уже дистрибьютором, когда ты начинаешь разбираться в маркетинге обязательно рекомендую разобраться каждому, кто собирается здесь строить бизнес. В Атоме создана потребительская сеть, она единая. Она включает в себя всех клиентов и бизнес-партнеров, неважно, кто вы, дистрибьютор или покупатель, которые, как правило, еще
Очень многие покупатели, они вот именно, ну, отличные клиенты, они пользуются этой продукцией. И компания выбрала для себя бинарную модель размещения партнеров и клиентов. Вот здесь как раз вы на этом слайде видите, что система бизнеса бинар. Когда под каждым человеком могут зарегистрироваться всего два человека. И бинар наш не классический. Ваши лично приглашенные никогда, все лично приглашенные размещаются под пригласившим их человеком. Это вот как раз в классическом бинаре, да? А лидер не может поставить, допустим, чужую структуру кого-то человека. Это вот в классическом бинаре такое происходит. А в Атоме у нас два бизнес-места. И мы сами решаем, куда кого поставить. В Атоме очень важное преимущество бинара, что нет понятия личника. То, о чем я говорю, да? Нет понятия золотого треугольника. Нет ограничений, он до бесконечного. Он у нас бесконечен, бинар. Вот он, да, бесконечный бинар. И очень важно, что вы получаете со всего товарооборота под вами, неважно, вот вы пригласили этого человека или кто-то пригласил, вы вот здесь, весь товарооборот, начиная снизу, идет ко всем. Вот, вот по этой цепочке. И этот, вот этот купил, этот получит товарооборот, этот получит, этот и выше, ваш спонсор и так далее. Поэтому задумайтесь о том, неважно, когда вы пришли в этот бизнес, вы должны понять, что бизнес начинается с вас. Вот. А самое главное достоинство вот бинарного плана – это отсутствие, вот как раз, что нет ограничений по глубине при начислении групповых объемов продаж. Вот это очень важно. Поэтому, конечно же, когда у нас зарегистрировался партнер и нет никаких ограничений, ваша структура может расти до бесконечности. А сумма всех партнеров слева – это ваша ветка левая, а это правая ваша ветка. Все. И вот это ваш бизнес. Вот с вас он и начинается. Человек, который однажды купил у вас продукцию, зарегистрированный под вами, неважно, кто его пригласил, он в вашем онлайн-магазине закреплен за вами уже навсегда. Поэтому, когда мы говорим, чтобы равномерность, важно иметь равномерный уровень продаж в каждой из двух веток. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, что чем равномернее, тем выше ваш доход. Все эти детали вы можете уточнить у спонсора своего. Вот, идеально, когда ваш баланс в ветках соблюдается, и вы его регулируете сами. Вы определяете, смотрите, какой у вас здесь товарооборот, какой у вас здесь товарооборот. Вы как начальник своего магазина, управляющий. Следите каждый день, начинайте с бухгалтерии вашего бизнеса. Посмотрите товарооборот слева, справа, где у вас хватает, где не хватает, сколько не хватает для закрытия бинарного степа, с кем сегодня может быть поработать. Поэтому важно, что мы, работая в компании, создаем еще международный бизнес. И у вас есть друзья друзей, вы делитесь и строите уже, возможно, сеть и в другой стране. Вот здесь у вас может быть Англия, здесь у вас может быть Бельгия, здесь у вас может быть Белоруссия или вот здесь, неважно. Поэтому 100% мы строим абсолютный бизнес и понимаем, что вот строится сеть, что с таким товаром и с правилами такого закрепления клиентов и концепции абсолютного качества – вы можете сделать свой магазин международным и сколько угодно большим. Это лишь вопрос времени. Главное понять, что здесь настолько все серьезно, легально и честно. Вот это поймите. И многие не бегайте. Я вас прошу просто. Потому что знаю, что у меня партнеры очень многие и были. И они вроде как здесь, но опять куда-то побежали. Забудьте о других компаниях. В сравнении с Атоми преимущества нет вот ни у кого вот такого. Поэтому сконцентрируйтесь именно здесь. Поймите, что это действительно легальный, серьезный бизнес. Еще раз повторю. Но что же нужно, чтобы начать бизнес с Атоми? А всего-навсего, для того, чтобы начать бизнес с Атоми, нужно сходить в свой магазин. Вы зарегистрировались бесплатно, вы не отдали деньги дяде, вы купили у себя в магазине, допустим, или базу, да, или BB-крем, или там шампунь. И вот это ваша покупка за вот как раз сумма баллов за все ваши покупки. И будут сохраняться на вашем ID-номере. И это будут ваши личные баллы. И бизнес с компанией можно начать, имея на аккаунте 10 000 PV.
PV – это балл, это внутренняя расчетная единица. И это основа для вознаграждения дистрибьюторов. Поэтому, когда мы говорим, опять же, о бизнесе, стартуйте в Атоме. Стартуйте, можете за 2 месяца, там, я не знаю, купить по 600 рублей, 1500 на 2 месяца разделить, да. Но вы будете очень уже уверены, что вы в настоящем бизнесе, идите своей скоростью. Представьте, вы купили несколько вот таких наборов, 1500 рублей отдали, 10500 PV, у вас набор, счеток, набор вот дорожный. Все. И вы в бизнесе, вы не отдали деньги дяде, вы потратили их на себя, на своих близких, на своих родных. Или вот эти пасты, ну, подарите своим знакомым. И тоже нет никакого риска. Забудьте о рисках. Сегодня многие не настолько богаты, чтобы брать кредиты и с этим ермом на шее сидеть дома и плакать. Мы сегодня можем строить совсем другой бизнес, улыбаясь и радуясь, и делясь с удовольствием. Распределение прибыли в Атоме происходит таким образом. Вот 4 таких пирога, главный из них – это спонсорское вознаграждение, которое компания 44% отдает дистрибьюторам Атоме. Те, кто сегодня зарабатывает так называемые степы, да, и бинарные шаги, и в итоге вы получаете вот эти деньги, это большой кусок пирога от прибыли Атоме отдается этим людям. Прибыль компании 30% отдается, мастерские бонусы, это люди, которые уже достигли определенного уровня мастерства, и компания поощряет их, и начиная вот с мастера продаж, вот здесь как раз вот эти 20% распределяются до уровня империал мастера. Бонус за образовательный центр – это 6% тем людям, которые имеют образовательный центр на поддержку расходов по данному направлению, содержанию. Да? И когда мы говорим, опять же, о бизнесе, мы должны разобраться в классификации и условиях дистрибьюторства. Все это есть у нас на сайте в Атоме. Это на сайте, вот эти картинки все есть. Вы должны понять, что если вы потратили 1500 рублей, вы в бизнесе начали с 10 тысяч поинтов, вы являетесь торговым представителем. Все, у нас есть партнеры, которые, не потратив или потратив небольшое количество денег, но построили большую сеть, вышли на очень хорошие доходы, не затратив при этом никаких денег с кредитных карт. Не делайте этого. Или вот, хотя я вот сама начинала в Атоме, мне нужен был срочно химохим, я купила его с кредитной карты, 4 коробки, целый сет сразу. Вот, но он мне нужен жизненно на тот момент был. Вот, поэтому сегодня я могу говорить о том, что компания Атоме дает и финансовую свободу, компания Атоме дает здоровье, компания Атоме дает молодость. И, конечно, рекомендую те, кто рассматривает себя как бизнес-вумен или бизнесмен, вот, начните с агента. Постепенно накапливайте себе 300 тысяч поинтов. Для чего? Объясню. Потому что если вы будете агентом, ваше вознаграждение при сложении степа будет в 3 раза больше. Я точно так же начинала, точно так же это уже когда увидела. Нам давали информацию наши замечательные спонсоры Дина с Риной. И вот тогда мы уже понимали, что да, я в бизнесе, мне нужно, вот, чтобы у меня было здесь 300 тысяч. Вот так. Вот. Ну а специальный агент – это уровень мастера продаж. Если вы начинаете подходить, естественно, к уровню мастера продаж, то это то, что необходимо иметь на своем аккаунте. Есть здесь другие варианты – 1 400 000 в меньшей ветке за предыдущий месяц. Это тоже можно разобраться и посмотреть. Поэтому те, кто в бизнесе, начали с этого, стремимся к этому обязательно, ну и дальше. Вот так. На сегодня я вот являюсь по своим накопленным баллам, у меня более 700 тысяч поинтов. Но я являюсь эксклюзивным дистрибьютором. Почему? Потому что я дилер с накопленными 4 800 000 в меньшей ветке за предыдущий месяц. То есть вознаграждение мне выплачивается вот на этом уровне, вот по уровню эксклюзивного дистрибьютора. Поэтому, когда мы этим делимся, уточняйте это у спонсоров. Я думаю, что более детально вам об этом расскажут, но вы должны изначально эту схему понимать. Основные комиссионные – это групповые баллы, это основные комиссионные, это спонсорское вознаграждение. Это 44% PV от общего количества компаний, которые вы видели, да, распределяется красным, распределяется между участниками согласно их уровням.
Вот это сумма баллов за все покупки, которые сделаны в вашей левой и правой ветке. То есть период может быть неделя, месяц, день, половина месяца. Я знаю, что у меня многие есть новые люди, которые новички, они говорят, ой, месяц заканчивается, у меня все сгорит, или у меня у партнера там, у него накопилось столько, если у меня степ закроется, у него все сгорит. Вот. То есть у нас ничего не сгорает, пока вы не получите деньги. И это очень здорово. Структурные бонусы складываются таким образом, то, о чем я говорила, да, если вы зашли в компанию, вот вы новичок, купили себе там на 1500 рублей, вы уже в бизнесе, вы начали активно работать, у вас пошли групповые поинты, у вас складывается в меньшие ветки, допустим, 5 человек купили 6 коробок хима-хима, и у вас 300 тысяч поинтов в меньшей ветке, а ваш доход будет по множителю 5 сложится, и вы получите 1200 рублей в разделе «Мои вознаграждения» после того, как пройдет неделя, да, после сложения степа. Сложится он сразу у вас на следующий день, но я хочу сказать о другом, что сумма 5 множитель всего. А вот если вы имеете личные поинты, 300 тысяч поинтов, и у вас то же самое, 300 в меньшей ветке в групповой, то ваш доход будет по множителю 15. То есть 3500, 3600, 3700, сумма зависит от мирового товарооборота. Но вы получите сумму в 3 раза больше. Почему мы и говорим, чтобы на вашем аккаунте желательно, как можно быстрее, в кратчайшие сроки, если вы в бизнесе, вы сделали себе 300 тысяч поинтов. А потом можете помогать своим партнерам. Но если у вас личные поинты 700 тысяч PV, и если у вас за день, если здесь вот поинты накапливаются до момента выплаты, то выплата вот с таким множителем должна произойти за один день. То есть у вас, если 700 тысяч поинтов меньшей ветки, то вы получаете 7400 рублей за один день. Вот когда меня спрашивают, вот, почему я сегодня назвала наш брифинг «Правда или вымысел?» Вот она, правда. И это реально, я вам дальше покажу. И далее, я не буду дальше углубляться, то есть множитель 60 – это 15 тысяч рублей, множитель 90 – 22 тысячи рублей, это за один день, друзья. А вот как раз здесь мы видим с вами, что структурные бонусы, о которых я говорила, да, они же зависят от группового товарооборота. Я вот здесь как раз на картинке показываю. Вот групповой 300 тысяч в левой ветке, групповой товарооборот 400 в правой ветке, по меньшей ветке у вас складывается степ, бинарный степ 3700, то, что я показывала, множитель 15, в том случае, если у вас у самого 300 тысяч поинтов. Если у вас до 300 тысяч поинтов, то у вас будет здесь сумма 1200. Обязательно себе это пометьте в голове, обязательно с этим разберитесь, и я думаю, что будет понятно. Мастерские бонусы. Это то, о чем мы говорили с вами, да, это тот еще один кусок пирога на лидерские бонусы. Это то, что большой процент идет от еженедельной мировой торговли к прибыли, да. И когда мы говорим о том, что мастерам продаж отдается от мастерских бонусов 10%. Это важно понимать. То есть для первого уровня мастерства, мастер продаж, компания отдает большую часть денег для вот именно этого лидерского статуса, то есть для людей, которые только-только пришли в компанию, только-только начали достигать определенных уровней, и компания сразу вот такие поощрения для этих людей направила на эти поощрения большую львиную долю денег от прибыли. Карьерная лестница в Атоме – это вот 7 таких уровней. На каждом уровне есть, конечно же, подарки, на каждом уровне есть определенный доход. Мастер продаж от 1500 до 3000 долларов в месяц и подарки на $220, ну, как бы цифры примерные, да. То есть сегодня мы должны понимать, что вот к этому уровню, к уровню мастера продаж, должны стремиться те, кто рассматривает себя в бизнесе с Атоми. Ну, а дальше уже, конечно, по карьерной лестнице. Кто такой мастер продаж?
То есть я заостряю внимание именно на этом статусе, потому что это первый лидерский статус. То есть это человек, который имеет на своем аккаунте 700 тысяч поинтов, и это человек, который имеет в меньшей ветке за один период подсчета 2,5 миллиона поинтов с 1 по 15 и с 16 по последний день месяца. То есть общая сумма доходов вот от 2 до 4 тысяч долларов в месяц. Ну и, конечно, компания обязательно награждает людей, которые достигают впервые этого уровня мастерства. Это Химахим, набор Фейм и профессиональный вечерний уход. Если подводить итоги, мы с вами знаем, и, кстати, вернусь к семинару для мастеров автопродаж, что было сказано, что уже в этом году компания Томми опять же побила рекорды по товарообороту. Компания Томми достигла очень больших успехов от продукции, которая используется в торговле Томми, да, по стратегии GSGS из разных стран. То есть здесь как раз мы можем сказать одно, что из года в год мы видим, что товарооборот компании растет. Благодаря чему? Благодаря тому, что у нас абсолютное качество, абсолютная цена, то, о чем мы говорили, да. Благодаря тому, что у нас сбалансированный маркетинг, который не менялся ни разу уже на протяжении 11 лет. Поэтому, когда мы об этом говорим, мы должны понимать, что действительно в компании мы строим еще и международный бизнес. Вот. И с таким маркетингом, с таким качеством, с такими возможностями международного бизнеса, ну о чем нам еще говорить? Это вот все причины успеха в компании Томми. А причины роста клиентской базы только лишь почему? Потому что у нас 90% здесь потребители. Это не так, как в других MLM-компаниях. Поэтому именно здесь наши будущие доходы, и вы должны тоже это понимать. Что же нужно делать? Часто люди задают этот вопрос, и он, мне кажется, он никогда не закончится. И мне хочется сказать, что самое главное, нужно понимать и помогать компании продавать свою продукцию. Продает компания, не мы с вами. Компания запрещает нам с вами продавать. Вы это тоже должны понимать. Мы продаем ее только через магазин, через свой магазин. И компания нам дает эту возможность. Покупаем сами, пользуемся, делимся, строим сеть потребителей. Мы рассказываем, насколько продукция шикарная, да, от которой получаешь полный восторг. Что еще нужно делать? Привлекайте в онлайн-магазин своих покупателей со всего мира, как я уже сказала, да, то строите международный бизнес. Как говорит мистер Пак, я горжусь вами, что вы поверили в успех Томми. Поэтому надо брать пример с тех, кто уже в этой компании, кто достиг определенного успеха. Это тоже важно понимать. А вот на свои возражения, которые у вас вызывают неуверенность, говорите. Вот я всегда говорю, что мы должны делать? Убираем чувство страха. Какой страх может быть, если вы хотите помыть голову или попить кофе? Второй страх – перестаньте жаловаться и оправдываться. Это вот многие говорят в оправдание свое. Вот нет людей, вот дорого, а вот еще что-то. Поэтому правильно вот Ольга пишет, продукция просто отменная. Поэтому как можно здесь говорить о том, что какой-то страх или мне что-то там страшно, или я не умею, у меня нет навыков. Не проспите свою жизнь, шаг третий, двигайтесь. Не опускайте руки, двигайтесь, самое главное. Четвертый шаг, то, о чем я сказала. Вы видите вокруг людей, которые зарабатывают. Вы же тоже этого хотите. Решите для себя, что вижу цель, не вижу препятствий. Нет никаких препятствий здесь. Потратили 1500 рублей, вы в бизнесе, и какие могут быть препятствия? Помыть голову, попить кофе, почистить зубы, рассказать своему какому-то окружению. Неужели ни у кого нет окружения? Все в пустыне, что ли, живут? Да в жизни не поверю. И вот это как раз, опять же, правда или вымысел, зарабатывают здесь деньги или нет. Вот, пожалуйста, июль, 25 тысяч, 9 тысяч, 31 тысяча. Это из выдержки из нашей бухгалтерии. Эта бухгалтерия есть у каждого. Пожалуйста, это апрель. Это июль, все.
4 июля, вот 4, 13, 20, 22, вот такие суммы. Пожалуйста, опять же, без вложений можно получать это все. Это реально абсолютно. И это не вымысел. То, о чем мы сегодня говорим, это абсолютно реально. И я хочу вам всем сказать, что когда вы увидите вот свою бухгалтерию, когда вы увидите вот эти множители, вот то, что я сейчас показывала, вот оно у нас все это в кабинете. Компания ведет за нас даже учет, нам считать не надо. Меня в налоговой я была, когда меня начальник налоговой спрашивает, говорит, а как вы бухгалтерию ведете, а какой у вас учет? Я говорю, а учет нам все ведет компания. Мы получаем по вторникам только смски. Мы получили, все. А то Мирус вам выплатила. Подпишите, распишитесь, как говорится, внесите свою сумму продаж в налог, да, если вы самозанятый, в НПД, и еще отправьте чек в Атомирус. И подпишите акты сверы от Насбиз. Все, что еще нужно? Поэтому это вот, вот они, реальные картинки нашего бизнеса. Бизнеса без вложений. И это абсолютная правда и никакого вымысла. Здесь тоже вот у партнеров, да, это партнеры. Вот степ, да, 15, вот 15, вот 30 степ. То есть 7 тысяч за день. 3,5 за день. И неважно кто, пионер ты или пенсионер, где ты находишься, в каком городе, абсолютно неважно. А что же важно? Я вот сейчас вам покажу, что важно. А важно всего, ну, все, что нужно нам для старта в Атоме, это мечта, Wi-Fi и ваш жизненный сценарий. Пожалуйста, начните с этого. Ваш жизненный сценарий у вас должен быть. Вы должны понимать, чего вы хотите. Сделайте это в электронном виде на сайте на месяц хотя бы. Покопайтесь, много видео на эту тему. И вы обязательно увидите картинку, картинку своей жизни, вашего жизненного сценария. Многие не видят, как в темноте, они даже не понимают, чего они хотят. Поэтому начните с этого, обучитесь этому. И у вас действительно все, бизнес начнет прям идти, не знаю, как по накатанной. Потому что вы сами будете понимать, чего вы хотите. Главное ваше отношение. Хочу сказать, вот боритесь сами с собой, начните с этого. Когда мне говорят, что вот у меня партнеры там уснули, вот еще что-то. А вы себя спросите, почему вы в Атоме и написали ли вы свой жизненный сценарий. Вы видите картинку своей жизни? Поэтому я всегда говорю, боритесь сами с собой. Вот, что когда партнер что-то просит, опять же, помогайте партнеру, говорите, обсуждайте. И просто от ваших мыслей, просто так, ничего не изменится. Все ваши неудачи и ошибки – это ваш драгоценный опыт. Не опускайте руки, это путь к успеху. Главное нам знать об Атоме все самостоятельно. Поэтому проникайтесь, работайте над собой, боритесь с собой, изучите сайт, изучите маркетинг, слушайте разных спикеров. Или слушайте тех, которые вам уже нравятся, поэтому вы поймете тогда, что да, я понимаю, да, я наполняюсь, я люблю этот бизнес кайф. Всем желаю кайфа и понимания, что это действительно правда, что это бизнес без вложений, бизнес, который доступен каждому. Да, вот видите, Ольга написала, и добьюсь высшего пилотажа. Здорово! Ребят, вот действительно это вот тот бизнес, которым я просто, работая в свое время на госслужбе, я теперь понимаю, когда меня спрашивают, как ты вот там вспоминаешь, я говорю, да я ничего не вспоминаю, у меня начинается совсем другая, началась жизнь. Понимаете, тот пласт жизни, который был в найме, я сегодня вспоминаю с таким, ну, с грустью, можно сказать. Поэтому не грустите, боритесь с собой, радуйтесь жизни. У нас с вами, с мистером Паком, все получится. Он делает все для нас. Вот. Огромная всем благодарность за то, что вы были на встрече. Всем желаю успеха. Да, и у нас постоянно все новинки, новости. Меня от этого просто, вот не знаю, меня это воодушевляет, вдохновляет, распирает и все что угодно. Все, всем желаю такого же вдохновения и радости. Да, отлично, да, вот именно, да, правильно. У нас в Атоме все получится.